Хватайте, сколько сможете. Иди, Бог подаст. Дедушка. Вам бы телохранителя нанять. Хватит уже, дедушка. Виноват, товарищ полковник. За тебя. Сколько хочешь за свои услуги? Мне деньги не важны. Я за идею. Давай. Он мне велик починил. Ножи наточил. Теперь такие острые. Ты видела, какой он здоровый? А ведь балда у нас не за деньги работает. Дай ему такое задание, которое он выполнить не может. Чертей тех помнишь? Денег мне должны. 20 лям. Надо бы забрать. Не буду больше у тебя работать. Не убивай, пожалуйста. Идет направо, цепь заводит. Идет налево, сказку говорит.